Привет всем, друзья! Сегодня у нас маленький обзор такой походной пилы от торговой марки Technics. Самая бюджетная, наверное, пила в своем классе. Ну, досталась она мне буквально за 2 доллара. Ну что, давайте посмотрим поближе, что это у нас за пила. Вот такая вот пила. Ножовка садовая складная. Вот такая вот она сзади. Длина ее 180 миллиметров. Ставим на паузу, читаем, кому интересно. Давайте откроем. Тут она нажимается у нас и открывается, также захлопывается. Скажу, что я уже ее испробовал. Вот, ну и сейчас протестируем ее на вот таком вот сухом бревне. Ну, как вы видите, как вы поняли, вгрызается очень хорошо, перепиливает быстро. Вот, мне потребовалось, наверное, меньше минуты. Даже вот видите, полено, сейчас вам покажу, оно в середине немножко сыровато, так как находится у воды. Ну и диаметр полена будет где-то сантиметров 8-10. Ну это так, навскидку. В общем, одним словом, друзья, продукт хороший. Видите, гнется очень легко. Эластично. Вот так вот. Ну, рекомендую, друзья.